Бля, чувак, зараз тебя убьют. Кто? Звитки, блядь. Я когда был маленький, мы во дворе типа сидели. Мне порнушку. Нет, порнушку. За его лошадью поездил. Чё ты сказал? Да убивай его, тут чё прикалываешься, тут у всех есть оружие. Сердце дверь. Умай вам. Синдаю. И меня тянет через всю вселенную к человеку, которого я не видела 10 лет, и который, возможно, уже мертв. Что вы хотите сказать? Я хочу. Господи, что я хочу сказать? Вы думаете, это было намерено? Я так из школы на уроке. Чё, баклан дефективный? Мне сказали, что у меня скитлстрянка. Ты ж, может, ты дебил? Не, я не думаю. О, есть без сомнения, запомни, брат мой, без сомнения. Это оставшееся мое выступление, запомни. I like kicking people's ass and literally being like in their faces, letting them know that they suck, they are trash, and that I'm better than them. Tell me about the mission. Did you see anything unusual? It's above our pay grade. От Волги до Енисея, леса, коса, горы до степи, Россия, моя ты Россия. Thank you.
Скажи Франсине детям, что я не лжец. Ага, не буду. Вот и все, дорогие зрители. Если хотите больше узнать о пытках... Сараев мало не бывает. У меня даже есть сарай, в котором я храню другой сарай. Вы говорите о сараях? Ну, разумеется, я обожаю сараи. И я! Сарай-фаны, дайте 5! Сараи! Что наша жизнь? Эй, спортс, it's in the game. We'll be right back.